Камеры не способны передать всей красоты северной природы. Всем привет, дорогие зрители! С вами канал Underworld, его ведущий Степ-Волф. Я снова в дороге. Я отправился в поездку на Кольский полуостров, в Мурманскую область. Почему я решил сейчас зимой поехать на Кольский? Собственно, сподвигнуло на эту поездку меня желание посмотреть на северное сияние. Естественно, я хочу там полазить. А как же без этого? Полазить я хочу, если, конечно, все будет нормально складываться. Я хочу посмотреть рудники. Я думаю, что заброшенными рудниками у меня получится. И, возможно, будет шанс попасть на действующие. Ну, сейчас я тряхну стариной. Посмотрим, что из этого получится. Впереди открывается потрясающий вид на горный массив. А с той стороны великолепный северный закат. Все-таки не просто подниматься горы. Дальше тут простирается Беломорский залив. А вот он впереди, шлюз Беломоро-Балтийского канала, который весьма строго охраняется, и, к сожалению, здесь запрещена фото- и видеосъемка. Gone.